Юху! Всем привет! Я тут Артём. Посмотрите, канал собирает развлечений. И опять будет Battle Cats. Так, и тут получится таких капсул, таких откроем сразу. Поехали. Так. О, что тут будет? А, котяка уже есть. Ну ладно. Куда там его, конечно, надо. Продам. Так, следующий. Ну, такой тоже есть. Не знаю, можно тоже продать. Надо бы подумать. О, неплохо. Чего это даем? Так, ну ладно. Так, рэркэт лучше будет. Открываем. Если кое-что интересное выпадет. Уже выпадет. Допустим, ладно. Оставим его этим. И еще разок откроем. Так. Тут садовник. Думаю, бригадистом. Так, мне уже взвесилось 3000. Куда же их потратить? Так, мне на гараж зайти сначала, да? Так, тебя продаем, короче. Это маловато стоит, но тебе тоже нормально. О, за 1000 хорошо. Это, конечно, используем для пушки улучшения. Давай. Так, этих, наверное, возьмем с собой. Давай возьмем. Проверим, какие тут бою они. А садовник, не знаю, кто и продадим лучше. 112 стоит, нормально. Так, поставим тут информацию о котах, давайте. А где они тут находятся, давайте, простил. Так, эх. Так, тут нету. Тоже. Тут, может, они нет, тут тоже нету. А вот они. Супер эх, оказывается, это, ну. Интересно, получается. Так. На войне вот тут. Доступны новые. Специальные коты. Ну и кто тут новенький появился? А этот появился, да? Так, ну ладно. Супер, эх, новый вид котов появился. Пока не знаю, как улучшать их и сначала урон проверить. Так, что с этим котом? Так, третий уровень не надо. Окей, ладно, ну интересно, сейчас поставим его. Пусть работает пока. Там добывает понемногу всего. Ой, корма 256 уже. Так, ушел в воде все. Ладно, надо дальше идти тогда. Сначала поставить котов. Забыл поставить. Так, супер. Эх. Сколько стоит там? А, немного стоит. Уже да, где-то она поставить. Где-то она какой-то слабый там. Не очень. Так, все. Так, тут везде уже золото есть, нормально. Давай. Мадагаскар пошел, это я пошел, и Африку пошел, уже везде походил. Так, что такое говорит, я не понял. Ау. Так ладно. Денмарк. Следующая карта. Эй, айо. Хорошо, нормально, сейчас работает. Так. Ну, стану человечек давайте. Рокинрольчиков. И рокеров, как там называть их. Пусть будут рокеры просто. Так, сейчас этих проверим. Надо еще одного рокера построим. Всякие случаи. Так. Смотрим, какие они в бою. Если он будет пошел близко, тогда точно кончать буду. Там целая куча опыта есть.
Ну да, давно медленно они там идут, блин. Давай еще поставим тогда. Пусть это свинья, а как посмотрите. Новый босс появился. Так, нам бы чернок поставить тогда. Еще вокера. Так, еще один можно поставить. Пушкой давайте. Так, еще один поставим. Нормально, как ты свинья вызываете так быстро. Нельзя качать этих вокеров. Так, пока это качать тогда. Пока денег куча. Ну все, мы справляемся. Даже мы первым делом этих стоит, чтобы проявить. А наверное, надо было так сделать. Новый код. Давайте покажите, как потерять. Интересно. Так, специальные киты. Так, он ел. А, этот. Так, экстенд. И ну, стамина. Красных храгов. Ну, нормально будет, давай. Купим этого. Два мужа купить, думаю. Ты дешевый можем прокачать, дешево очень. Так, где там? Давай почему. Недорого стоит. Странный твой кот. Сейчас там здоровье, конечно, стоит часом, да? Так, нам проверить его тоже тогда. А, начинаем в меню зайти. Посмотрите. Почитать потому что-нибудь. Так вот. Странный какой-то код. Ну ладно. Так, где там находится там? Так, на средство он стоит. 590. Ну что, да, давай. Куда-нибудь сюда. Так, все, можно дальше идти. Так, Норвейч. Будет холодно. Так, двери надо поставить быстрее. Проверяем этих. Так, хорошо. Посмотрим, потом вон у них. Еще этих сзади надо поставить этих. Блин, где-то быстрее. Так, ну что ж, даже не знаю, что у кого, он у них-то исправили. Что они делают? Ну, вот бы это не знаю, так тебе что-то у них. О, блин, рано пришел бы использовать. Это там странный урон, я даже не знаю. Печать их и нету бы. А, все проведи уже, все. И медаль нету, не дай нам. Вот как. Странный кот, это другого кота проверил. Так, Унитед Кингдом, давай поехали. Потом уже где находимся. Так, хорош, дорогого ставим. Блин, какой крокодил быстрый. И что, пусти так будет все, знаешь, какой толк от этого. А, он атакует все-таки. С первого раза его убил. Вот это да. Вроде нормально будет. А, этих сможет с первого раза. А, рокер рубать оттуда надо будет. Да, очень медленно, зато он неплохой учит. Кем сразу, с первого раза учит. Такая какие-то слабые. Хотя они же супер. Рэх, конечно, даже быть мощным. Там будет. Уже там здоровья много. Уже куда плюс у этих двойных. Так, мои там уже хочу немного. О, опять сваняга. Ну чё, мы его быстро. Чуть еще одного этого поставим. Блин, какие-то слабые эти двойные.
Все это только на огонь надеялся. Ну, скажи, мы быстро все уничтожаем. Да и что, сделать не успевает. Монах, монах. Золото получил сразу. Ой, до скорости. Так, Гренландия. Поехали. Какая-то модная. Так, хорош, сразу их прям. Они одни пойдут. Я знаю, какой там урон выносит они. Давай. Смотрим. Да ладно. Их сперва развои. Они очень живучие. Но не смогли. А это? Так, раз удар. Так, вот подъехал. Хорош. Ну, нормально, укачать их, все, я понял. Накачать этих двоих. Нормально урон у них. То, что надо. Так, где это поставим, как хотел. И на уши того, что ползет. Ну, это быстро перевернулся. Они тут совсем ползет в мин, вообще неплохо. Хотя нет. Ползет так же он быстро. Похоже. Тут надо думать, что делать. Может, тех и тех подкачать тогда. Наверное, стоит тех и тех подкачать. Так, ладно. Стоим еще одного вот такого. Все, Санта-Клаус сейчас забавит. Нормально дают. Сейчас не будем все его дадутся, да? Да. Когда будем гонзу дает, так мы будем как все. Давайте посмотрим тогда сразу. Так, и где он? Да не знаю даже. Дункет. На ней не хватит денег на этом. Корма не хватит. Можешь пора качать. Супер раркет. Давай. Вот так. А, все. 148, конечно. Такие дорогие. А того, что за сколько печать можно. Так специальный код он дам. А, уже врача забыл, врача уже. Ну да, какой-то слабец, который получится. Даже не знаю. Так, ну окей. Канада. Могу да уже дошли к далеку. Так, поехали сразу. Так, исправим этих прокачанных двойных ходов. А почему никто не выходит оттуда? А, выше. За задержкой выше. Так, хорош. Справиться эти одни нет. Возьми что интересно. Возьми с первого удара мучает этих тоже всех с первого удара. Какой будет тут урон носить, они надо посмотреть. Бы с 1000 сразу будет, и 500. Так, давайте качнем тогда, пока деньги есть. Атакует медленно они, но мощно. Всех с первого раза ловит. Только по одному. А нет, двоих подряд могут они. Хорошо. Ничто медленно катать. Бывают они уже не дойти туда, не успевают. За это время уже успел до максимума дойти, прокачать катает. Ну то есть, ну уровень их общий. Это уже, когда я сразу чего уничтожил. Чтобы дальше уже были быстрее туда. Не того он увидит, какой там будет. Одним ударом. Да ё-моё, ванаде это поставим. Вот так заспаем этим и всё. Так, 700 урон, кажется, да? Он так где-то там 600-700 мусит. Ну, нормально будет. Да, 500 там где-то. Надо еще качать, чтобы было лучше было. Не руки бой было лучше. И очень быстро бить сюда, не сожрут. Эти как черепахи, кого убить? Кстати, бывает, когда день не могут.
Дальше я буду туда. Ну, сколько денег надо? Нормально получил медаль серебряную. Так, хорошо. Так. Так, Нью-Йорк. Поехали. Так, если бы себе небоскребы будут. А, нет, вот это статуя. Свободы. Хорошо. Да этих, конечно, ставим с тем самого начала. Там же еще к тем же этих поставить. Ну, можно лаки еще поставить тоже. Этих можно еще поставить. Давайте прокачать еще. Пока все просто. Очень просто. Только прокачка пишет ничего. Этих поставим тут. Так, неплохо. Я сущно его уничтожил. Так, муж, он не страшен. Ну, за несколько секунд забыл. Так, я еще использую эту пушку. Так, надо еще пушку поставить здесь. Так, хорош. Да ладно. Ты можешь подать, что ли? Шуйте. Ладно, у нас уже будет три раза. 5 раз продается. Потом тоже вместе будет готов. Опять машина. Не мог же говорить за это уже. Ну ладно, они простые там. Что, все так просто? Ну ладно. Так, уже качнуть этого кота опять. Да них котов этих набили. Эх, супер эх. Ну, все, качнуло. Кажется, дорого не стоит. Ну ладно. Как-нибудь соберу вот этот опыт. Такое количество опыта. Так, Бермуда. Бермудские острова, что поехали, ну ладно. Так, что тут у нас? Ну что странное такое, ну ладно. Так, хорошо. Давайте двоих поставим тут. Ну, намного у нас хп уже стало. Так, этого опять запихнем сюда. Ну, и ведь этого двоих. Пусть работают. И ведь их еще. Вот такой кенгуру выскочил какой бешеный. Прямо отлетает от него, от его ударов. Ну, кроме рокеров, не прокачанных, хорошо. И кроме щитов. И там хорошая защита. Так, а может пока я никто использую, как за него, это тогда обычный. Сейчас точно куда слоняра тут вылезет. И морж. Что, никто не вылезет, он вот так использует. Что, никто медаль не дает? Ну ладно, тогда. Ну все, уже нет опыта. Даже будет так же маленько. Ну что, туда немного прошли здесь, правда. Ну что ж, неплохо плюс. Пособирай тут отряд. Шачий отряд неплохой получился. Вот, друзья. Думаю, на этом хватит. Спасибо за просмотр, ставьте лайк. Канал, подписывайтесь. Продолжение, возможно, будет в следующем выпуске. Всем новых встреч. Удачи!